Женские блузки. Блузы с Woman Cream, это у нас Англия. Так, марка Only, размер указан 40-й европейский, то есть получается 46-й российский размер. Лот небольшой, 12 килограмм, по-моему, если не ошибаюсь. Vera Moda 38-й размер указан на бирке. Европейский 38-й соответствует 44-му российскому размеру. Здесь, к сожалению, бирки нет, бирка срезана. Состояние блузок хорошее. Посмотрим, что будет дальше. Так, тут уже все пуговицы на месте. Бирка срезана, к сожалению. Размер, как видите, небольшой. А вот здесь что-то есть. Сейчас почитаем. Так, 56% вискозы, 44% хлопка. Размер европейский 32. То есть примерно 38 российский получается. Маленький размер. Так, это, не знаю, скорее жилетка, чем блузка, конечно. Так, тут размер не указан. Тут еще туники обычно бывают. Сейчас посмотрим, есть ли они тут. Будут они здесь или нет. Размеры, как видим, пока небольшие. Состояние хорошее. Модели разные встречаются. Так, вот это я не понял. Вы извините, я не понимаю, что... А, нет, это не рукав. Я не знаю, как это носит. Честно. Так, здесь тоже бирка отсутствует. Наверное, М-ка. Скорее всего. 36-38 указаны размеры. Новая блузка в упаковке. Марка Амису, размер XS. Здесь у нас указан 48-50, по-моему. То есть это 54-56 российские размеры. Так, марка H&M, 42-й указан европейский размер. Соответствует 48-му российскому размеру. 2XL. Вот не только маленькие размеры, большие тоже, как видите, встречаются. Так, 40-й соответствует 46-му российскому размеру. Марка Esprit. Далее 42-44 европейские размеры. Так, H&M указан 44-й европейский размер, соответствует 50-му российскому размеру, тоже в отличном состоянии. Давайте-ка посмотрим состав, а то что-то пропускаем. Этот момент 100% хлопок у нас здесь. Так, далее бирка вот, к сожалению, отсутствует. Но это тоже хлопок. Так, далее марка Esprit указан 36-й, по-моему, размер. Европейский. Состояние отличное, тоже хлопок. По-моему, 100% хлопок здесь в составе ткани. Так, марка Vera Moda Элька. Орсей. Размер не указан. Ну, наверное. А вот тут есть бирка. 42-й европейский, то есть 48-й российский. Получается размер. Так, состояние хорошее у всех. Напоминаю, блуза с Woman Cream, Англия. Пока туник что-то не видно, обычно они тоже бывали, видимо, в этой партии нет. М-ка, размер средний. Здесь у нас указан 36-й, вот, кстати, первая туника, правда, маленького размера, примерно 42-й российский получается хлопок. Далее, Оливер. Состояние отличное. Следующий у нас 36-38 указаны размеры. Марка Есика, еще одна туника. Размер здесь достаточно большой, то есть хороший, не маленький размер. 42-й, рубашка с короткими рукавами, примерно 48-го российского размера. М-ка, это, наверное, скорее майка, можно так назвать. А следующая блузка марки Zara среднего размера, М-ка. Бенотти, Элька. То есть примерно 50-й получается российский размер. М-ка, размер средний. А Vera Moda размер М. Бонита, 40-й европейский размер указан на бирке. Пятен вроде нет, состояние отличное. Так, новая блузка в упаковке. Размер L. Так, здесь бирки нет. А вот тут тоже нет, видите, отрезали. Но похоже на L-ку. Марка Tailey Whale S, размер маленький. Еще одна туника. Так, размер не указан, тоже похоже на Эльку. А Street One, размер европейский 40-й, соответствует 46-му российскому размеру. Бирки, хотел сказать, нет. Есть Элька, размер 44, 46 европейские размеры. Так, это у нас блузка тоже, к сожалению, там размер не указан. Поищем здесь. 40-й европейский. Российский получается 46-й. Это же в отличном состоянии.
S-ка, размер маленький. Напоминаю, для заказа бронирования, пожалуйста, пишите, звоните Эльвире. Если у вас какие-то другие вопросы, можете мне позвонить, написать. Номер 8-800-2727. Также у нас в группе ВКонтакте указаны и номера телефонов мобильных, имею в виду, если что. Так, рубашка марки Clockhouse, небольшого размера. Tailor Veil S-ка, ну, тоже вот туника. М-ка, размер средний, то есть примерно 44-й. Или 46-й российский получается. 38-й размер указан, джинсовая рубашка с короткими рукавами. 38-й размер. 2XL. Марка Orsay. Вот еще одна туника, правда небольшая, скорее всего это S-ка. Здесь размер побольше, полиэстер, это синтетика уже. Да, 100%-ная М-ка. Примерно 46-й, скорее всего, здесь будет российский размер. Яркая рубашка с короткими рукавами. XL указан размер, марка Анису. S-ка. Блузки, рубашки, туники, ну и так далее. Марк Макс. Вот такое вот наполнение здесь. Это Zara. M-ка. Размер средний. Blue Motion. M-ка. Европейские размеры 40-42. H&M 36-й размер указан европейский, соответствует 42-му российскому размеру. Здесь 36-й, тоже 42-й получается. Льняная рубашка летняя. L-ка. Хотя европейские размеры всего лишь 40-42. 34-й указан размер. Новая блузка небольшого размера, да? Mark One Touch, европейский размер 40-й. Здесь 36-й размер указан европейский, соответствует 42-му российскому размеру. XL, марка Амису. Это Есика. 46-й европейский размер, то есть получается примерно 52-й российский. Так, 38-й европейский размер указан. Это, по-моему, маечка. Маленького размера указан 34-й. Промоут. XL. Размеры в основном средние, небольшие, таких вот 52-54, очень мало. 40-й европейский, соответствует 46-му российскому размеру, примерно как раз вот 44, 46, 48 в основном такие размеры. S-ка. Есть новые вещи с этикеткой. M-ка. Все остальное в отличном состоянии, пока вот без каких-либо косяков. Марка Сэндвич, указан 38-й европейский размер, Бонита 44-й. То есть 50-й получается наш российский размер. Orsay. Так, здесь у нас 40-й. Марка Street One. Европейский размер. 40-й имею в виду. Маленькое пятнышко вот тут есть. А, вот тут тоже есть. Странное пятна это было. M-ка. Марка Only. Блузка 38-го европейского размера. Далее у нас H&M. Размер, правда, не указан. Так, это рубашка марки Orsay, тоже среднего размера, небольшого. 14 размер здесь указан. А далее 42-й, то есть 48-й российский получается. Маечка маленького размера, здесь тоже вот размер небольшой. 36-й указан, европейский размер. XL. Это, наверное, скорее футболка марки Есика. Яркая такая футболка. 34-го размера. Наверное, туника все-таки. Марка Манго. S-ка. H&M 34-й указан европейский размер. Так. 34-й. H&M. H&M 40-й. Европейский размер, то есть соответствует 46-му российскому размеру данная блузка. Тоже вот 40-й здесь указан европейский размер. H&M 36-й. Так, марка Orsay. Gary Weber. Так, размер не указан. 42-й европейский. То есть соответствует 48-му российскому размеру. 100% полиэстер. Состояние отличное.
Далее Том Тейлор, размер XL. Хлопок, тоже в отличном состоянии, без следов износа. Марка МХ, 34-й указанный европейский размер, тоже в отличном состоянии. Ну и последняя вещь из этого лота. Элька, мы с вами все посмотрели. На этом все.